Не пойду никуда. Ты только не расстраивайся, не плачь. И это не буду. Не расстраивайся, она просто предлагает, она же не заставляет тебя. Не пойду. Нет, я боюсь, что она меня украдет. Ну, может, она вас отвлекать будет не... как-нибудь. Я возле лифта буду стоять. Не хочу, и все, не хочу. Давай телефон, Тим, успокаивайся. Ребенок отказывается даже с постели вставать и выходить. Он не хочет, он боится, что мама его опять украдет. Да, это ребенок говорит. Нет, тут нас еще и снимают. Я ухожу, в чем проблема? Папы нету, да. Папа вышел. Хорошо, я сейчас оставлю. Не пойду я туда. Нет, подожди, сейчас тебя никто не заставляет, никто на тебя не давит. Я просто тебе предлагаю. Не пойду. Не плачь, не расстраивайся. Не надо ребенка доводить. Что вы делаете? А кто доводит? Ну, видите, ребенок уже начинает орать. Тимош, конечно, успокойся, пожалуйста. Тимош, не надо плакать. Я же тебя не заставляю, я просто спрашиваю. Я просто тебя спросила, интересуюсь. Я же не схватаю тебя за руку, не вывожу, не заставляю совершенно. Успокойся, не расстраивайся. На, водичку попей, не захочешь, не пойдешь, малыш. Тебя никто не заставляет насильно, никто не будет выводить. Я просто спрашиваю, мне же нужно документ составить. Давно мама не видела? Вообще, может, 2 года назад. Ты не приходила, не приезжала? Приезжала, но я сам не хотела с ней встречаться. Телефон? Ну, здесь вы по телефону разговариваете? Даже это вообще. Вообще никак. Вот здесь она? Да, вот здесь. Вот здесь. Где еще? О, здесь. В конце, да? Да, ну тут просто написано, что вот отказался выходить. Он отказался одеваться, собираться, отказался выходить. Да, так что извините, что так все у нас понимаете, нет, да. Дело в том, что я вам есть говорю. Все на нервах, да. И ребенка приведем сюда, давайте вот сюда ребенка. Пойдем, и как он скажет, что он не хочет идти. Дальше никто не проходит. Вы ребенка сюда приведите. Сейчас мы сюда приведем ребенка. Да, основание, пожалуйста. В коридор, дайте. Я ничего же от вас не требую. Я против. И по квартире по вашей. Я никакого основания не имею. Я против. Препятствую. Покажите мне документ, на основании которого вы можете зайти сюда на квартиру. Я вам объясню. Покажите наш мне документ, объясню. Документ, я вам скажу. 229-й решение суда, по которому в 10 часов вы должны привезти ребенка рапорт, сюда. Рапорт мы должен быть. Сюда приведем сейчас ребенка, давайте. Да. Нет, мы приведем. Не надо, мы не пойдем дальше. Вот дальше. Не пойдем, мы ничего не делаем. Мы просто стоим. Вы прекрасно ты знаете. Здесь, Бета, постой, пожалуйста, помолчи. А ты с кем разговариваешь? Да, я разыскатель, а ты должник. А где мой пристав? Вы прекрасно. Вот пристав ваш. Что вам мешает исполнить решение? Прекрасно. Вы препятствуете на таком основании. Он хочет, чтобы я сидела в тюрьме, и мы с тобой никогда не увидели. Да это не он хочет, это закон делает. Это ты все сделала для того, чтобы посадить ребенка, оставить без матери. Ты думала, бог не Тимошка, видит немножко, сына похоронила. А теперь сидит, они а ей надо общение. Бумажки это да. Одно. Да что там бумажки? То есть ты признаешь, что ты сына похоронил. А ты похоронил, да, специально? Вы кто такая? Убери. Не выводит никуда никого. Не сама пошла отсюда. Грязь. Сына своего гибла. Похоронил его. Вы что довели ребенка? Вы что довели ребенка? Нет! Тима! Основание! Основание мне покажи! Основание мне покажи! Основание! 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 На каком основании? Не война! Не война! Иди в ванну! Не война! Умойся! Умойся! Я обеспечу безопасность! Не война! Не война! Не война! Не война! Не война!
выйдите из квартиры, выйдите из квартиры. Выйдите из квартиры, пожалуйста.